Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет обмен таких интересных журналов, как «Мстители. Финал» и «Горсус». Давайте откроем то, что у меня здесь есть. Тут я менялась письмами и в своем городе. Мне очень повезло. Вот такая специальная Халк. Простая. Такие ПВХ-шечки. 15 номер, наверное, у меня последний хватает. Лисичка. Платьишко. Ох ты ж какая милашка. Так. Там у меня письма. Так, сейчас откроем. Так. Локи. Такая специальная. Танос. Халк. Тор навис над кораблем Стражи Галактики. Тор и Страж. Танос. Дети Таноса. Вот такая прикольненькая простая. О! Шарфик. Такая простая. И такая. Так, тут надо быть осторожным, потому что в некоторых торчат эти скобы. Вау, он все в скобах. Как же больно бывает. Здесь у нас паучок. О, как они пытаются его обезвредить. И Капитан Америка. Нет, Капитан Марвел. Вот такая специальная. И последнее письмо. Оно такое твердое. Это мне так много, вроде бы... А, это мы менялись. Отличик. Вот, всего лишь лежит. Так. Сейчас откроем. Наша стопка сваливается. Тут у нас стражи. Такая кипа. О, помните, я такую немножко смяла. Здесь она тоже кажется. Или так должно быть. Доктор Стрэндж. О, талия Халка. Скалиный глаз. Воитель или воин, как там его зовут? Танос. Это у нас медный часть Капитана Америка. Ну, вроде у него только светится рука. Капитан Америка. О, как исчезает Квилл. Черная вдова. Еще Танос. О, у меня же тут еще были специалки, надо было выделить их.
написала кто-то. И последнее на сегодня. Все. Весь мой обмен. Мне показалось, погода сейчас будет побольше. А всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь наклеечек. И по стителям, наверное, наклеечек 20. Ладно, сейчас это все наклеим. Посмотрим журнальчики заодно сегодня. И горжусь, и стителей. Вот, наконец-то все наклеили. Давайте сначала посмотрим Gorgeous по-быстрому. Кстати, кто-нибудь заметил, что здесь на обложке вообще не сказано, что это называется коллекция Gorgeous. Я ее только искала в ластикерсе в обменнике, чтобы ее забить. А так нету. И еще все 20 ВХ-шных наклеечек у меня собраны. Так. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая. Пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцать, двадцатая. Все, все 20 обыкновенных ПВХ-шек безымянных нашлись. Ну, думаю, вот сюда наклеить. Это я. Типа так. У меня не нашлось здесь только 3. Я, кстати, некоторые написала, которые просто непонятно, какие не блестящие, какие тканевые. Мне не хватает так и так по 20 блестящих тканевых. Тут вот блестящие, здесь тканевые, там ПВХ-шечки еще не хватает. Кстати, это ПВХ-шка первый номер, самый редкий. Здесь тканевой нету. У меня вначале, можно сказать, немножко собрано ПВХ-шечки, блестяшечки. 60, кстати, наклеечки хватает. Блестящий ткань обыкновенный. Сюда какую-нибудь, не знаю, моя любимая. Так, моя любимая песня. Подожди, Gorgeous. Ну, примерно так. Вот сколько места пустого. Обыкновенный, блестящий, ПВХ-шечки нету. Тут тканевая. Блестящая такая блестит. Тканевый. Обыкновенный аж не хватает. Все остальное есть. Тканевая там. Тут понятно, что на одном развороте должна быть и одна блестящая, и одна тканевая. Есть блестяшка. Тканевая. Здесь, наверное, нету. Пухачка. А, нет, здесь ткань должна быть. Кисы нету. Блестяшки, тканевые. Тканевые. Пухачки. Сейчас все стали требоваться вот эти тканевые блестящие. Аж чуть ли не по две блестяшки. В другой коллекции. Такая блестяшка готическая, мне кажется. Но тут вообще ничего нету. Здесь блестяшки не хватает и двух обыкновенных. Зонтик. Тут вот все собрано. А, нет, одной не хватает просто. Вот все собрано. Вот ПВХ-шка. Тканевая. Блестящая, блестящая. Тут очень много... специально. Тут вообще клёвый разворот. Мне очень нравится. Тут вот надо сумочку найти и книжечку. Нет, книжечки нету. И все не хватает. Моя любимая песня. Моё любимое место. Лабиринтик обыкновенный. Такая тканевая. И блестяшка со свечкой.
Тут раскрасочки интересные. Две обыкновенные не хватает, так как вот блестяшка тканевая. Здесь вот не хватает тканевой. Вот блестяшечка. И вот блестяшечка. Тут сладкие, аппетитные. Тоже не хватает много. Вот тут можно сделать яблочный кекс. Надо почитать. Учимся вместе. Тут такая девочка. Они, кстати, такие прикольненькие. И сложи из бумаги пингвина. Вот пингвинчик. Не хватает блестяшек. Две блестяшки. Вот ткань вот такая классненькая. Мне почему-то вот это немножко напоминает эльфу башню. Постоянно, когда на нее смотрю, если бы не всматриваться, очень на нее напоминает, если честно. Тут птичка, бабочка. Ткань блестяшки, обыкновенной нету. Маленькие путешественники. Лесные друзья. У каждой, кстати, заметили, у каждой наклеечки есть по животному. И есть две белочки наши. Тут раскраска. Тут, смотри, на 1-5 отличий. Я тут немножко пометила. Для меня трудно найти последнее отличие, потому что оно самое легкое. И то, что заставляет меня улыбаться. Особые воспоминания. Тут все нашлось. Такой классный звоночек. Не хватает 60 наклеечек. Ко мне еще едет вроде 20 пакетиков. Или нет, 10 ру. Так, следующий журнал. Так, сейчас этот быстро пролистнем. Здесь мне не хватает около 30 наклеечек. Из них 15 обыкновенных, 15 специальных. И так как все меняют специально на специально, у меня нету, так что буду ждать, пока будут продавать, наверное, пакетики. Вот целый разворот, половиночка падения Асгарда у меня собралась. Тут вот специальный Танос. Мне тут нравится так Локи. Ну, такой прикольный, крутой. Здесь не хватает только одного Стража Галактики. Тут блестяшки есть. Мне вот этих попадалось 4 штуки. Так, Халк нашелся. Здесь не хватает одного блестяшки. Медовелир. Владение. Танцем владения. Камень души, Вормир. Это все из Войны Бесконечности. И что в это время случилось на Земле. А на Земле дети танца напали на последний или предпоследний камень бесконечности. Тут не хватает две простые, одна блестяшечка. В это время в Шотландии. А в Шотландии уже, наверное, последний камень осталось найти. Это камень разума, который он хоть увижу. Но здесь не хватает только одной простой и одной блестяшечки. И Фролсис. Здесь три, две блестяшки, одна простая. Битва на Титане. Тут Стражи Галактики вместе с Человеком, Пауком и Железным Человеком. Вместе с Доктором Стрэнджем пытается забрать перчатку у Таноса. Битва за Ваканду. Одна блестяшечки здесь не хватает. Тут мне нравится, как Тор тут так классно появился. Такой склявый, крутой. Битва за Ваганду, часть 2. Тут вот у меня есть такая одна блестяшечка. Здесь не хватает одной и две обыкновенные. И такой опыт не хватает одной. Ну, к сожалению, одна блестяшка. Тут он уже все победил. Тоже щелкнул пальчиком вроде даже. Все, стали все исчезать. Планета Титан. Он как вил исчезает. Планета Земля. Мстители. Тут у нас все оставшиеся живые мстители. Мне как не хотелось, ну, не нашлось одной. Капитан Америка.
Нету блестяшечки. Ну, по крайней мере, все остальное вроде обменяла. Железный человек есть. Тор Боброма. Блестяшечки, конечно. Халк. Брюс Бэннер. Все такой клевый. Нашли на него такой размер костюм. Интересно. Соколиный глаз. Ранее хватает только один простой у него. И у Чернотавы блестяшечки. Человек-муравей весь. Но нету блестяшки. Почему у всех остальных есть? Они что, топовые герои? Вроде Человек-муравей это что есть в фильме? Воитель. Но ему можно не давать. Даже ему не стали, как он выглядит в виде человека. Ракета. У него, конечно, есть блестяшечка. Клёвый всё-таки персонаж. Не было. Точка Тануса. Капитан Марвел. Не хватает только, наверное, верхней части. И блестяшечки одной. И уже тут все мстители. Тут все оставшиеся живых мстители и топовые мстители. Танос! Почему ему не дали блестяшку? Ой, хотя бы одну. Одна не хватает. Все, посмотрели. Такой классный журнал. Надеюсь, вам мой сегодняшний выпуск понравился. Ставьте лайки и цвета. Интересно, собрали ли вы эти журналы или нет. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Bye-bye-bye.